Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня Сарделя. Сарделя не перестает меня удивлять. Выбил, я показывал им уже на видосике, кто не видел. С бесплаточки, ребят, с бесплатки я выбил ожог. И сейчас я в раздумьях, кому его поставить. У меня не так уж и много героев этого таланта. Есть, конечно, Асурик. Ему вроде оно и заходит, но не особо я хотел бы на него тратить, поэтому я пока в раздумьях, кому поставить. Рину, как видите, у меня уже так вкачанный. Кстати, я наконец-то зафармил подземочки. Добил я обычные подземки все. Можете меня с этим поздравить. И у нас начались уже жестокие подземки. Дальше будет интересно. Думаю, скоро мы дойдем до кошмарки, так как, опять же, мы собрали топовую тыкву, 8 берс. Что еще надо на бездонате? Так, окей. С этим мы разобрались. Поехали быстренько пофармим локации. И расскажу вам сегодня о Асурике. И, конечно же, сделаем гильдию. В гильдию, я так подумал, буду принимать бездонатных игроков. Будет заведена моя основа. Ой-ой-ой-ой, что я сделал? Ну ладно. По привычке, ребят, с вас лайки, больше не будем так делать. Так, зря ордена только просрали на ненужную карту. Так, окей, тут качается минус по магии, понятно все. Окей, давайте создадим гильдию. Создать гильдию. Многие писали, и, в принципе, будет у нас мясо и комбинат, поэтому, мясные друзья, приглашаю вас, кидайте заявочки. По-любому сейчас мясо... А у нас не хватает символов. Если так попробовать. Так, знамя. Кого мы возьмем? Знамя, знамя, знамя. Бесплатное знамя здесь. А, не, я думаю, что 300 самого мне дам. Лучше лошадку возьму бесплатную. Да, давайте так, по поводу приема в телегу. Сейчас я гляну, какая там у меня телега. Она так и называется. Занимаются, ребят, бездонатные аккаунты, поэтому... Ищите гильдию, потому что тут очень много английских буквок. Поэтому вот так вот. Так, окей. Лидер Сарделя. Хорошо. С этим мы решили. Получить. Так, давайте мясокомбинат. Так, битва за факел. Ну, это надо будет потом все поустанавливать. На битву гильдии нам еще рановато. Давайте потрешуем. О, отлично. Отличненько. Вы знаете, что это означает, да? Блин, ожог. Вот что с ним делать? Вот что с ним делать? Тут топовый талант, тут топовый. Наседну. Поставить наседну, что ли? Там череп.
И череп сожжен. Лучше с утекахой, конечно же, атлант с бегом. Ладно, поставлю так. Так уж и быть. Потому что смены нужно делать. Это дополнительные самики. Бум. Воодушевление, правда, первое, конечно. Было бы пятое, это было бы ржачно. Так, окей, с этим разобрались. Поехали дальше. Самики забрали. Подарили кристаллики. Самики забрали. Отлично. Смотрите, как все чудесно. Поехали сюда. Забытая. Ну, тут опять же, тут даже с моими героями мне сейчас тут делать нечего. Надо было, кстати, на последнего напасть. Тут герои с эволюциями. Со вторыми эволюциями, без варианта вообще ремки. Да, там моим небогероем. В общем, вот так вот, кидайте заявки в мясокомбинат, без донаты. Ограничения я ставить по силе не буду. Думаю, то есть... Хотя можно, в принципе, не знаю, напишите в комментах. Либо берем аккаунты там до 20к, молодые, либо... Без ограничений, не знаю. Потому что есть без донаты, конечно, по 300, по 400 тысяч, но неохота, с одной стороны, с другой стороны, быстрее будут развиваться остальные. В общем, пишите, что вы думаете по этому поводу. Так, понятно, тут мы тоже отдыхаем пока что. Из вариантов. Вот кого надо было бить. Офигеть. Да. Без вариантов. Так, забрали еще 10 самого отсюда. Ну что, ребятушки, давайте за День Святого Валентина 450. Ух, хоть орать не буду. Так, с этим разобрались. Смотрим, что у нас тут есть. У нас тут есть, у нас тут есть капитан Рогатка. Его надо, можно было, в принципе, наверное, на Рогатку поставить. Ладно. Так, окей, с этим мы разобрались, поехали, расскажу вам за Асурика и пойдем фармить подземочки. Так, Асурик, Асурик. В общем, герой, скажем так, в большей степени ПВПшный, ну и на фарме иногда он бывает спасает, но у меня он будет как молодой бездонатный аккаунт спасать во многих локациях. Герой имеет очень хорошие параметры, имеет отражалку, имеет неплохие статы по жизни. Ему надо только ремка, чтобы он включался сразу, потом он включается и все. То есть ремочный вариант, либо талант, либо рунами надо однозначно иметь на него. Либо вот так вот даже в одушку поставить, чтобы зарядился. Когда он включится, он будет... наносить вокруг себя такие шары выпускать, которые будут делать забор энергии. И это очень круто. Особенно в PvP-локациях, если на нем будет ожива 9.9. Вот мы перешли до талантиков. По поводу талантиков. Что ему хорошо? СО, ожива 9.9. Это самые такие, как по мне, на сегодня топовые у него. Можно поставить ему стойкость дар жизни. Тоже неплохо будет. Каменка уже такое себе. Там огненку многие ставят, она не спасет. Уже тестировал я, не то. А вот именно СО неплохо, я живо неплохо на нем смотрится. Можно пробовать даже ожог с ожогом. Тоже бегали, пробовали, вроде так ничего. Так, окей, с этим разобрались. По чарам доспех, либо плюс 25 победный, либо хранитель леса. Это такое самое оптимальное для него. Остальное, честно говоря, себе такое. Так.
В принципе, все я вам рассказал, думаю, показывать не буду. Если хотите, чтобы я вам показывал героя, пишите в комментах, я вам буду заходить там на английский сервер, либо на русский, либо на китайский и показывать там дополнительно. Окей, поехали на подземке. Давайте постараемся сейчас по максимуму с тыковкой. Вы сейчас увидите, что означает тыковка, когда она у тебя есть, она у тебя хорошо прокачана, насколько тебе легче. Так, окей. Давайте фрейс забежим, надо немножко фармануть. Поехали. Ну что, начинаем жестокие. Жестокая первая. Ну, тут начинать, по сути-то, и нечего. Тут сейчас быстро все будет. В общем, тыква сама по себе с 8 берсом для бездона это самый такой доступный и топовый вариант. Конечно, если у вас есть исцеление водушка, я специально сделал сегодня обзор для вас, чтобы вы понимали, что такое берс на максималке, что такое исцеление. Ну, еще и воодушевление сделаю, чтобы полное. Ну, изворот можно писали тоже, чтобы была у вас полная уже картина для этого. Ну, вот посмотрите, насколько она быстрее, то есть фактически в два раза быстрее она ускоряется, соответственно, она намного быстрее будет давать набор моим героям. Ну, к сожалению, тут жестокие подземки первые, они слабенькие. Тут можно просто соло выносить, но ничего не сделаешь. Что маемо, то маемо. В общем, однозначно она мне будет помогать на всевозможных прохождениях, там, на архи и прочих. Да, конечно, если будет исцеление, я не задумываясь солью 8 баст. Ой, говорю баста, 8 берс. Потому что все-таки исцеление на сегодня самое топовое. Но это опять же, это до следующей обнови, пока у нас не введут какую-то очередную фигню, какие-то таланты, либо чары поменяются. Без доната по чарам тоже все печально. У нас на русском сервере, на китайке вообще трэш, там карты дают каждый день, ну, каждую неделю в смысле. Ну, все намного проще, скажем так, там с талантами и с чарами многих проблем нет. Без донатов я имею в виду. Вот в чем плюс, выпускаете вот так вот ее надо будет еще немножко прокачать. На себе постепенно дает разгончик. Ну и, конечно, надо ей качать умение ее тоже. Хотя бы минимум там на 9. Многие спрашивают, почему я других не качаю, потому что, ребята, у меня все ресурсы уходят сейчас на данном этапе на тыкву. А потом, когда я докачаю тыкву, у меня будет все намного проще в плане прохождения локации. В этом, в принципе, увидите и сравните с своими. Аккаунтами, кто начал тоже без доната играть раньше или позже. Давно я в этих подземках уже не сидел. Я надеюсь, скоро у нас будут какие-то трудности. Видите, быстро все. Ну, посмотрите, как она разгоняет. Разницу, думаю, заметно, насколько я быстрее прохожу по сравнению с тем, что было. Кстати, можно так попробовать. Не знаю, ли Месса может ушатать ее. Хотя не должен. Сейчас увидите, какой будет разгон бешеный. Так вот. Все.
Первые жестокие мы закрыли. Уже начали нам давать самики за прохождение. Это радует. Так, таким темпом мы скоро и до кошмарки добежим. Я думаю, очень быстро. Да, без тыквы я бы тут, конечно, мучился долго. Ну, не то чтобы мучился, а было бы сложно проходить. Тут, как видите, просто на изи. Налегке. В общем, ладно, не буду я вас заморачивать. Думаю, это многим не интересно. Там донаты без доната могут и так пройти. Думаю, уже дальше, там, начиная с 5-го, буду вам записывать отдельные видосы по прохождению, потому что многие мучаются, особенно начальные аккаунты. Вот, поэтому пишите комменты, подписывайтесь, смотрите обзорчики новых игр, которые я прохожу. Всем удачи, всем пока!